Это общественная организация «Народный контроль». Девушка, чем вы тут занимаетесь? Выходите, пожалуйста. Девушка, вы чем занимаетесь? У вас притон? 27 августа 2024 года. Очередной раз посетили заведение под названием «Джумаджи» на улице Цвилинга, 6. Добрый день. Давайте. Пойдемте посмотрим, что у вас тут есть. Так, здесь никого, вызывайте полицию, отлично. Вызываем полицию. Продолжает поступать от граждан обращения и жалобы, в частности, от жилых комплексов, которые недавно сданы собственникам. То есть недовольны тем, что рядом с ними находится вот такое заведение, где оказываются, с их слов, интимные услуги сексуального характера. Заходим и видим своими глазами, что здесь происходит. Общественники упали как раз в тот момент, когда здесь не первый раз уже сотрудники подразделений по борьбе с преступлением общественной нравственности проводили мероприятия. В суде уже рассмотрено одно уголовное дело. Доказана вина организатора этой незаконной деятельности. Заведение уже неоднократно было закрыто, то есть арендаторы меняются, а вид деятельности остается прежним. Продолжает происходить противоправное действие, несмотря на то, что организаторам таких заведений уже неоднократно указывалось, что любая форма деятельности, которая так или иначе указывает на проведение сексуальных интимных услуг, будь то это эротический массаж, будь то это какие-то программы, запрещено действующим российским законодательством. Тем более, что в России последние несколько лет проводятся усиленные мероприятия по реализации указов президента Российской Федерации, направленные на то, чтобы усилить влияние традиционных ценностей среди людей, усилить ответственность перед государством за подобные деяния. Однако мы видим, что такие заведения продолжают работать, не прекращает свою противоправную деятельность. Если вы стали свидетелем противоправных действий или нарушены ваши права, напишите об этом в бесплатное анонимное приложение «Народный контроль», и мы поможем решить проблему.